А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там к празднику, они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет. Это нацики, это они подрастут, будут такими же. Чего Путин всех в Россию, едьте, придурков этих, блин. Взяли бы всех там, поперебивали бы, да и нахер. Говорю, какая ты добрая. Я бы им наоборот наркотики вколола, если работала, чтобы их смотрела там в глаза, и сказала, отдыхайте, мучитесь. Я бы им письки тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы. И вообще по уху бы каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну ты ж дети, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.